Так, кто там следующий? Сейчас спрошу. Денис, погодите, я вас не заметил. Вернитесь. Возвращаюсь. Следующий, это как раз таки вы. Да, здравствуйте. Я вас даже не признал, вы одеты как-то нафталиново. А, да, простите. Со съемок прямо еду, если слышали, там российское кинопроизводство решило как бы дать отпор Марвелу. И снимает ремейки советских фильмов. Я играю Шурика, это гений, миллиардер, плейбой и филантроп. Его зовут Нах. В смысле, это реальное такое азиатское имя. Нах. Не надо. Давай, Нах, вставай, подымайся. Ну да, ладно, это очень интересно. Смотрите, если вкратце, то на сегодняшнем кастинге мы бы хотели вас увидеть в новой роли. Я вас вижу звездой реальных боевиков. Это, мне кажется, вообще ваше. Вы как будто бы родились в 90-х. Я родился в конце 90-х, да. Ну вот. По лицу видно, что вы пережили развал Союза, дефолт и бандитский произвол. Давайте сразу попробуем. Кадр один, дубль один. Вот скажи, скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что не в деньгах. У тебя что, много денег? И что? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и что? Ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманули, за ними правда. Значит, он сильней. Да? Да. Ну, брови один в один. Давайте попробуем добавить чуть-чуть взаимодействия с напарником. Денис Власенко, кадр 2, дубль 1. Димон! Димон! Падай. Дим! Димон! Отлично! Вы классно жились в роль. Братан, не умирай! Сейчас Димон подъедет! Так, все, стоп! Денис, отпустите ассистента! Че смотрите? Давайте! Вызывайте скорую все! Димон! Ты жив! Вы как-то очень слишком вжились в роль. Встал ты. Димон! Вынеси попит! Эльдар Калимулин, кадр один, дубль один. Здорово. Здравствуйте. Не мусорите тут. Простите, пожалуйста, я... Смотрите, Эльдар, мы вас пригласили на кастинг нового проекта. Его суть в том, что актеры пробуют свои силы в непривычной для себя роли. И только я вам сразу скажу, что все ваши герои вот в этом стиле «Человека от дождя» просто супер, но сегодня они не нужны. Да, хорошо. Я понял, а сейчас... Не, подожди, давай просто разберемся. Ты сейчас что имел в виду? Может, выйдем с тобой поговорим? Ты же человек дождя, я аутистов не бью. Ты что, думаешь, это так легко, а? Ты, блядь, попробуй, сыграй аутиста. Тогда давайте попробуем что-то выходящее за рамки вашего амплуа. Ну, например, сексуальную журналистку из Химеры. Не, подожди. Кадр один, дубль один. Так, давайте больше секса добавим. Больше секса. Секса. Больше секса. Я вообще ни на кого не похожа. Просто в гостях жить не могу. Санек! Денис Власенко, кадр 3, дубль 1. Hasta la vista, baby. Помидор, черри. Я хочу домой. Денис, мне на самом деле и первый вариант понравился. Моя мама говорила, жизнь, что жизнь это как коробка конфет. Никогда не знаешь, с какой начинкой попадется.
коньяком. Закусить, да? Давай, что ж. Что, я знаю, как. Я не могу врать! Давай, тебе нужно потренироваться на каком-то пустяке. Свет. Это ручка. Ручки. Край. Это ручка. Слежь этой ручки. Я держу в шарике. Я в жизни. Да. Ну а вы можете больше за рамки выйти, чем здесь? Еще больше. Еще больше за рамки? Да. За рамки? Я вышел за рамки. Я вам сейчас покажу, что такое рамки. Я бы показал, но я слишком стар, слеп очень и устал. И очень, сука, слеп. Да пройди это 5 лет назад! Я бы вас уничтожил! Я бы вам показал! Что такое рамки? Ну, я не буду просить прощения. Согласен. Не, я просто подумал, хорошо, если я возьму швабру, но он тоже был с палкой, а я же не знал, что это там. Надо было у моей мамы сначала спросить, можно ли швабру брать. Я спросил у твоей мамы, старик. Когда швабру, если ты понимаешь, о чем я, а? Дэн! Давай, стоп, следующий. Давай, стоп, давай. Саша, это наше общее дело. И потом. И вообще мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, мы отвечаем вместе. Извините, сейчас. Ну, кстати, вот это было просто космос. Да, спасибо. Да, я же говорил, что вы внушаете опасность. Такой взгляд туманный, до конца непонятно, что дальше скажете. Бригада. Да. С тобой все в порядке? Что происходит? Где ты? Он не приедет. Что значит, что он не приедет? То и значит. Наверное, он увидел меня без поты или без волос. Это очень грустно. Наверное, с тобой все в порядке? Давай еще раз, подожди. Начали. Я Росомаха, небритый неряха! Нормально по гриму, слушай? Человека, пришедшего ко мне с кулаками, я встречу кулаками! Спокойно, я сказал! Не надо подходить ко мне, женщина. Я Росомаха, небритый неряха. Я вижу мертвецов. А может быть, лучше какого-нибудь секс-символа покажете? Давайте попробуем напоследок импровизацию. Вы пытаетесь купить пиво без паспорта. Здравствуйте, мне, пожалуйста, пиво. Можно? Паспорт. Да, я паспорт забыл в машине. Сейчас моя беременная жена не может там выйти. Просто можно пиво. Давайте попробуем Эмбер Хёрд, которая только что проиграла судебное разбирательство с Джонни Деппом. Джонни! I hate you! Новый охранник стриптиз-клуба не пускает вас внутрь, хотя вы постоянный гость. Да, Валера, открывай дверь, там у меня уже с Жанной по расписанию сейчас. Который час? В самое время. Паспорт. У меня джип в Москве, а мы вроде как в другом культурном городе. Держим темп, давайте дальше. Давайте попробуем образ Харли Квинн. Так. Но если бы эту роль играла не Марго Робби, а актриса регионального тюза. Джокер.
Я люблю тебя, а ты любишь Бэтмена? Вот бы мы с тобой купили дачу где-то в Видном. Понимаешь? Джокер. Вы так. Пытаетесь объяснить гаишнику, что не угнали машину у отца. Господи боже мой, да это моя машина. Вот моя куртка. Здесь жарко, я разделся. Это моя машина. Я... Как вам еще можно доказать? Документами. Документами. У меня нет документов сейчас. Жена беременная. Мне отвезти нужно сейчас, срочно. Я... У нее преждевременные воды отошли. Вы Брэдли Купер, который возвращается из загула с Леди Гагой и просит прощения у Ирины Шейк. Легко. Ирина, go away! I love Lady Gaga! Poker face! Все. Все, это есть. Есть. Ха! 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 Ха!